Guten Tag, что угодно? Да, моя фирма зарезервировала автомобиль. Сейчас проверим. Так еще. Расписывайтесь, мистер Бунт. За что? Нам необходимо оформить страховой полис на ваш новый экипаж. Угодно страховку на случай аварии? Да. Пожар? Возможно. Ущерб чужой собственности? Само собой. Травмы и увечья? Ну что ж, в дороге всякое бывает. А с вами Бунт особенно. Ну, с досадными мелочами разобрались. Что мне еще угрожает? Ничего, кроме моего гнева, в случае, если машина, не дай бог, выйдет из строя. Прошу 007. После вас. Вот ваша БМВ-750. Все обычные навороты, пулемет, ракеты, спутниковая система, навигации. Прослушайте руководство по эксплуатации автомобиля BMW. Компьютер говорит женским голосом, чтобы вы обращали внимание. Я ее знаю. Ваши сомнительные эскапады меня не интересуют. Продолжим инструктаж. Ваш новый телефон. Говорит сюда, слушать здесь. Так вот, что я всегда делал неверно. Дайте. Здесь встроенный сканер отпечатков пальцев и электрошок на 20 тысяч вольт. А это предмет моей особой гордости. Пульт управления машиной. Нажать дважды. Раз, два. Далее прижмите палец и медленно введите по диску вправо. Машина едет. Управлять совсем непросто, но чем больше практики. Ну а теперь посмотрим, какие мои прикосновения. Мы понимаем друг друга. Пора бы вам стать взрослым.